Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Мир начинается с любви. Добрый день. Замечательно снова быть с вами. Приятно видеть всех вас, любить вас. Все хорошо. Многие ли из нас действительно сегодня счастливы? Люди поднимают руки. По-настоящему очень счастливы. Люди снова поднимают руки. По-настоящему очень-очень счастливы. Когда? Смех. Сейчас. Сейчас, да, да. Это не потому, что дела идут так, как вам хочется. Это не потому, что вам нравится то, что вы видите. Вы счастливы просто потому, что вы есть. Для этого нет никаких причин. Это счастье просто для того, чтобы удовлетворить сознание. Это наше реальное состояние сознания. Это то, что мы есть. На самом деле мы счастливые люди. Но мы не знаем этого. Мы считаем, что для того, чтобы мы были счастливы, у нас все должно складываться каким-то определенным образом. И это неправда. Это вообще неправда. Вы можете быть счастливы, когда у вас все идет хорошо, и можете быть очень подавлены, когда это не так. Счастье не имеет ничего общего ни с человеком, ни с местом, ни с вещью. Реальное счастье не имеет общего ни с человеком, ни с местом, ни с вещью. Реальное счастье приходит из осознания. От осознания того, что вы не тело, не ум, не ваши дела и не мир. Вы будете очень счастливы, если сможете отбросить все эти вещи. Это счастье придет само по себе. В противном случае у вас будет ложное ощущение счастья. Большинство из нас живут сложным ощущением счастья. Когда вы счастливы, потому что день прекрасен, светит солнце, распускаются цветы, вы идете на пляж или в кино. И мы думаем, что мы счастливы. Но если вы будете искать глубоко внутри себя, то поймете, что внутри вас есть большая печаль и нет счастья. Это верно для всех человеческих существ. До тех пор, пока вы верите, что вы человек, вы практически не можете быть счастливыми, реально счастливыми. Вот о чем я говорю. Счастье, которое я имею в виду, находится за пределами человеческих понятий о хорошем и плохом, за пределами ощущений. И это ваше реальное состояние. Это то, что вы есть. Но еще раз, чтобы пережить его, вы должны отпустить все остальное. Вы не должны быть привязаны ни к чему. Счастье и блаженство – это синонимы. Они не имеют абсолютно ничего общего с миром, в котором мы живем. В этом мире происходит множество вещей. И мы считаем, что для того, чтобы быть счастливыми, мы должны жить определенной жизнью. Мы считаем, что для того, чтобы быть счастливыми, мы должны иметь определенное имущество. Но такое счастье не даст нам ничего хорошего. Напротив, тут все наоборот. Другими словами, если вы хотите быть счастливыми, то счастье – это то же самое,
что изобилие, здоровье, радость, покой и гармония. Эти вещи приходят к вам как результат вашего счастья. Тут снова все наоборот. Большинство из нас считают, что если у нас есть определенные вещи, то мы будем счастливы. Но я говорю, что вы сначала должны стать счастливыми, а все остальное придет к вам само по себе. Вдумайтесь в это. Следовательно, мы все хотим быть счастливыми. Как стать счастливыми? Что нам для этого нужно делать? Сидите в одиночестве. Углубляйтесь в себя. Поймите истину о себе. Эта истина такова. Вы не субъект и не объект. Вы не тот, кто видит, и не то, что видится. Вы – это свидетель всех этих вещей. Свидетель всего того, что вы видите. Свидетель есть свидетель. Вы смотрите, вы следите, вы наблюдаете. И все же вы не тот, кто смотрит, не тот, кто следит, не тот, кто наблюдает. Вы подобны глиняному горшку. Внутри горшка есть пространство, и снаружи горшка есть пространство. Внутреннее пространство ничем не отличается от наружного. Когда горшок разбивается, тогда внутреннее и внешнее пространство сливаются воедино. Есть только одно пространство. То же самое и с нами. Ваше тело подобно глиняному горшку. И кажется, что для того, чтобы найти истину, вы должны пойти внутрь. Кажется, что внешнее находится внутри вас. Внешнее также находится и вне вас. Это безграничное пространство. Превзойти тело – это все равно, что разбить глиняный горшок. Истинный «я» внутри вас становится истинным «я» вне вас. Все возникает из истинного «я», как это было всегда. Маленькое «я» вливается в истинное «я». Некоторые люди называют истинное «я» атманом. Но также оно называется брахманом. Когда нет никакого тела, тогда атман и брахман становятся одним. Они становятся брахманом, единством, абсолютной реальностью, чистым осознаванием. Они становятся свободными и освобожденными. Чтобы это произошло, нам не нужно дожидаться, пока умрет тело. Это может случиться с нами сейчас. Если вы хотите, вы можете стать полностью свободными и освобожденными прямо сейчас. Все, что вам нужно сделать, это все отпустить. Вы мысленно отпускаете все, что держало вас в рабстве. Вы слушаете свое сердце. Вы наблюдаете себя. Вы осознаете свои чувства и эмоции. Действительно ли это вы? Разве вы это ваши эмоции? Разве вы это ваши чувства, которые вы наблюдаете? Откуда берутся эти чувства? Спросите себя, кто я? Откуда берутся мои чувства? Откуда берутся мои мысли? Откуда взялась моя жизнь? Кто играет в эту игру? Кто живет? Кто растет, стареет и умирает? Что это за я, которое играет в эту игру? Что это за я, которое играет в эту игру? Кто я?
Вам нужно хотеть быть свободными. Это должно быть для вас самым важным. Важнее всего прочего. Все, что вы делали всю свою жизнь, это всего лишь игра. Игра, в которую вы играете с вашим «я». Только она кажется реальной. Единственная реальность – это истинное «я», и вы есть то. Зачем искать что-то еще? Все остальное само позаботится о себе. Вы должны пребывать истинным «я», только истинным «я». А все остальное прекрасно позаботится о себе. Знайте, что вы – это безграничное пространство, подобное океану, подобное небу. Вы всепроникающие, и это ваша истинная природа. Но вы почему-то уверены, что вы – это тело, ограниченное небольшим пространством. И это не вы, и это иллюзия. Вы – это всепроникающая абсолютная реальность. И это ваша истинная природа. Вот кто вы есть на самом деле. Всего лишь за счет того, что вы просто все время думаете об этих вещах, с вами начинает происходить что-то замечательное. Не думайте ни о погоде, ни о своей сегодняшней работе, ни о ваших проблемах. Ибо кто тот, кто думает обо всем этом? Выясните, кто имеет эти проблемы, у кого есть проблемы. Выясните, кто вы есть на самом деле, кто я. От вас зависит, пробудитесь ли вы от этого смертного сна. Вы можете продолжать жить так, как вы это делаете прямо сейчас, с хорошими и плохими вещами. Таким образом получается, что вы живете во вселенной двойственности. Это означает, что на каждое хорошо есть свое плохо. На каждое плохо есть свое хорошо. И это тот ложный мир, в котором вы живете. Вы должны пробудиться к этой истине. Всегда понимайте, что вы подобны океану. Любые мысли, идеи, верования, тело подобны пузырям, подобны ряби на поверхности океана. Пузыри приходят и уходят. Они появляются, существуют какое-то время и исчезают. Океан же всегда остается. И это похоже на нас. Наша истинная реальность никогда не меняется. Но тело появляется и исчезает. Приходят новые тела. Они появляются и исчезают. Вещи приходят и вещи уходят. Но океан остается тем же самым. Знайте истину о себе. Никогда не забывайте ее. Поймите, кто вы на самом деле. Всегда осознавайте себя. У мира своя собственная карма. Мир испытывает собственную карму. Это не имеет абсолютно ничего общего с вами. Вы принадлежите Богу. Все, что вы видите, это Бог. Вот почему вы не должны ничего судить и оценивать. Оставьте все в покое. Если вы будете практиковать эти вещи, то станете лучезарно счастливыми. Каждый человек чего-то хочет. Что произойдет, если ваш ум перестанет думать? Некоторые из вас думают, что вы останетесь без ничего, что у вас будет больше проблем. Но все наоборот. Вы пытаетесь решить проблемы, вы чего-то хотите, но вы не можете получить этого.
Но если вам ничего не нужно, если вы ничего не хотите, то на сцене появляется истинное блаженство. Если вы ничего не хотите, то вы испытываете блаженство, радость и счастье. Нам известно, что когда люди получают то, чего они хотят, они становятся более несчастными, чем были прежде. Оставьте этот мир в покое. Оставьте людей в покое. Оставьте все в покое. Никогда не было такого времени, когда вы не были бы истинным «Я», чистым осознаванием, сознанием. Пробудиться к сознанию – это ваша судьба. Однако вы можете сделать это сейчас или тысячу жизней спустя. Все зависит от вас. То, как вы реагируете на мир, определяет, в каком направлении вы движетесь. Нет никаких ошибок. Нет ничего неправильного. Все правильно именно так, как оно есть. Не пытайтесь понять или постичь это. Забудьте об этом. Это произойдет само по себе, если вы будете пребывать в тишине и покое. Вы успокаиваете ум ради реализации. Пусть он будет спокоен. Спокоен в любых ситуациях. Пусть он будет тих и спокоен. Миру не требуется никакая ваша помощь. Разве вы это не мир? Разве вы это не Создатель? Вы создали мир таким, какой он есть. Он вышел из вас, из вашего ума. Откуда же еще он мог взяться? Мир, в котором вы находитесь, это творение вашего собственного ума. Если ум успокаивается, то мир начинает исчезать, и вы пребываете в божественной гармонии и радости. Поэтому, когда вы перестаете думать, когда вы перестаете судить и оценивать, когда вы перестаете бояться, к вам приходит счастье. Все ответы находятся внутри вас. Все, что вы ищете, находится внутри вас. Все. Никто не может помочь вам, кроме истинного «Я». Знайте, кто вы есть. Вы – это сила. Вся сила Вселенной находится внутри вас. У вас есть вся необходимая вам сила. Все хорошо. Все просто превосходно. Все всегда было хорошо, и все всегда будет хорошо. Когда вы выйдете сегодня отсюда, действуйте так, как будто вы Бог или богиня. Не действуйте больше как человеческое существо. Прекратите жалеть себя. Прекратите говорить, что вы недовольны. Встаньте во весь рост. Знайте истину о себе. Станьте свидетелем всех явлений, которые вы видите. Будьте свободны. Покой. У вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать? Вы сказали, что если человек успешен на духовном пути, то к нему приходят здоровье и изобилие. Но многие мастера были не слишком здоровы. У них было много физических проблем. Кто видит эти проблемы? Они их не видят. Это вы видите эти проблемы. Мастера видят счастье и радость.
Вы же видите, как чахнет их тело. Выясните, кто они такие на самом деле. Выясните, кто вы такие на самом деле. И вы увидите совершенно другую картину. Когда вы видите проблемы, спросите, кто видит в этой вселенной все эти мерзости. Мы видим их. На самом деле они не существуют, но мы их видим. Поэтому мы должны возвысить себя до того места, где они не существуют. Где существует гармония, блаженство и радость. Поэтому мы должны поднять себя. Но они по-прежнему чувствуют дискомфорт. Кто так говорит? Я не знаю. Это все ваше представление. Это все ваш мир. Это способ, которым вы его видите. Все хорошо. Роберт, я не знаю, чувствуют ли это другие люди, но что касается меня, то я чувствовал это много раз. Я чувствовал себя, так сказать, в ловушке между двумя мирами. И я знаю, что это все кроется в мыслях моего ума. Я ощущаю, что я как бы полностью зажат между духовной частью моей жизни и более материалистическим или физическим видом существования. Я в капкане моих мыслей и чувств. Я чувствую, что я по-настоящему в ловушке. И я чувствую это, как своего рода две части меня, сражающиеся между собой. Да, вы должны решить эту проблему. Когда вы встаете утром, когда вы просыпаетесь, вы прежде всего должны сделать следующее. Оглянитесь. Посмотрите на то, что вас окружает. Посмотрите на себя и задайте себе вопрос: «Кто я?» Продолжайте спрашивать себя: «Кто я?» И все остальное исчезнет. Вы будете духовно расти. Будет одно, а не два. Но вам придется, так сказать, взять быка за рога. Умом я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, что я переживаю все это. Как только вы проснулись утром, вы должны тут же полностью отринуть весь мир. Когда я выхожу в этот мир, мне очень трудно это сделать. Я действительно сильно вовлечен в этот мир. Мир постоянно меняется. Он никогда не тот же самый. Это правда. Он нереален. То, что изменяется, не может быть реальным. Почему? Как это может быть реальным, если оно исчезает? Реальность постоянна. Реальность означает нечто неизменное? Да, такова реальность. Поскольку все остальное изменяется, оно не может быть реальностью. Поэтому поймите это, как только вы встаете утром. Первое, что вы делаете, когда открываете глаза, это спрашиваете себя, кто я. Просто поставьте этот вопрос и посмотрите, что с вами произойдет. Вы будете чувствовать что-то другое. Но вы должны делать это каждое утро. Просто пробуйте делать это и смотрите, что происходит. Вы увидите единство. Когда вы просыпаетесь по утрам, постоянно спрашивайте себя, кто я? Кто я? После этого вы увидите единую силу, одно присутствие. Вы есть это одно. Все будет работать на вас. Практикуйте.
И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Thank you.
Thank you.
Thank you.